14 мая приехали в Молдавию, город Унгены. У меня там остался брат и отец. На данный момент нет уже на протяжении 2 месяцев, к сожалению, мы не общаемся, потому что нету связи. Вот, приехала я не сама, приехала с ребенком, у меня мальчик. Мы приехали именно из линии огня. Для нас самое важное было это спокойствие и мир. И здесь мы это нашли в полном объеме. Помимо детского сада, компания ИУМ организовала досуг. И мы практически 3 раза в неделю вечером посещаем лудотеку, где мы рисуем, танцуем, деткам проводятся мастер-классы различные, они развиваются. Вот. И это помогает им адаптироваться. У меня ребенок адаптировался буквально за месяц. Перестал вздрагивать при каждом стуке, при каждом взрыве. Мы абсолютно теперь нормально видим в небе самолеты и не прячемся от него, что это мирный самолет пролетел, а не военный. Мы можем прийти, поиграть, и дети поиграют, и мы рисуем. Вот работа, которая еще не закончена, конечно, еще рисовать. Это первая такая у нас интересная работа. Люди, которые здесь работают, они окружают теплом. И видно по глазам, что вот ты приходишь, и ты им нужен. Хочется, чтобы выучить румынский. Это самая малость, как можно отблагодарить эту страну за то, что она нас приняла. И приняла очень хорошо.